Всем приветик, давно не виделись. Вы меня не теряете, когда у меня долго нет видео на канале. Вот. Это не говорит о том, что я забыла или там забросила. Нет. Просто по возможности снимаю что-то. Когда нет возможности, я не снимаю. Сейчас я сижу на кухне, жду подругу Машу. Вот. Мы пойдем сегодня тоже погуляем. Скорее всего, поедем в Мегу. Мы уже договорились. В прошлый раз мы в ноябре там были. Я снимала видео. Вот. Сегодня мы тоже хотим поехать туда, погулять. Потому что потом уже времени не будет. Мне надо будет тут уже и готовить, и все остальное. А остальные дни. Вот. У нас вообще 28 декабря, но на улице у нас лето. Не то, что весна, лето. Там тепло, ливень, только грозы не хватало. Сейчас ливня нет, но вот на днях был ливень. По-моему, даже 2 раза, 2 дня шел дождь. Обещали снег, снега нет. В общем, это просто капец. Никакой зимы. Вот в начале декабря, точнее, в середине декабря был снег, были даже морозы, было даже минус 26 ночью. Для Алматы это редкость. Вообще такие морозы это редко. Не каждый год. Вот. Обычно до минус 10 бывает доходит, а чтобы до 20 и свыше, это как бы, не знаю, раз в пятилетку, можно так сказать. Вот. В общем, жду, жду, когда придет подруга. Сижу на кухне. Вот, сейчас пойдем. Будем коляску спускать, такси вызывать. Поедем. Так, мы приехали. На улице жара просто. Невыносимо. Тут у нас елка светится, но не видно на камеру. Он мерцает как. Там шарики, но вечером будет красиво, когда уже будет темно. Вот так. А там у нас самолет. Все, мы пошли вовнутрь. Вот это да! Но камера всегда не передает. На камеру все белое. Красота. Птички маленькие. Так, надо увеличить. Разверни меня прямо, да. Давай вот с той стороны заедем. То мне надо еще увеличить. А, вот они, подожди. Мне надо увеличить. Вот он. Зачем же ты так делаешь? Птичкам пить надо. Да капец. Только все ломают. Не все, конечно, разные бывают. Ага. Так, зашли мы в Мама Мию. Кто смотрел видео, мы прошли. Когда мы были весной, это была весна или когда, по-моему, весна была. Но мы ездили на Панфилова, это мы в Мегу зашли, в Мегу. Покушать здесь тоже у нас Мама Мия. Вот такая атмосфера. Вот такая вот хлебная корзина, которую в Мама Мии подают, как бы, ну, сразу. Тут очень вкусные вот эти вот соусы разные. И вот такой вот разнообразный хлеб. На самом деле очень вкусно. Здорово. В общем, мы оформили заказ.
ждем. Так, это почти зак... Это как? Я не помню. В общем, это салат. Вот, а здесь у нас крем-суп тыквенный, он очень вкусный. Это, вот, по-моему, моцарелла, если я не ошибаюсь. И, собственно, помидоры. Ну да, помидоры с соусом, рукола и моцарелла. Вот, чай у нас тут очень, кстати, вкусный такой вот чаек. Это вот ягодный, с ягодками. А я пока еще жду свою пасту карбонара. Принесут, покажу. Кстати, вот этот вот сыр, я его попробовала, можно сказать, у меня был дебют, я первый раз попробовала. Мне он очень понравился, внутри он такой жиденький и прям как молоко. Ну, для любителей молока, конечно. Вот. В общем, очень вкусно, мне понравилось, мы тут перекусили. А сейчас я буду пробовать пасту карбонара. Давайте вместе. Здесь бекон, сливочный соус, сыр. Так. Вкусно. Да, чувствуется бекон, но здесь его много. Вот. Такая плотненькая паста. В прошлый раз, когда мы брали с креветками. Спасибо. В прошлый раз, когда мы брали с креветками, там было... Как это, я забыла, паста называется. Она была более нежная, тонкая. А это она немножко такая поплотнее. Но очень вкусно. Можем. Угу. Такой итальянский. Так, мы еще тут взяли закуску итальянскую, это кростини. А здесь запеченный хлеб с сыром, помидорами и сверху с зеленью. Запись пошла. О, как вам качество? Ой, он шуршит от колеса. Давай мне в эту руку. У нас тут из Мама Мия. Слушай, классно снимает. И вот, кстати, вот передает весь блеск вот этих огоньков, то, как есть. Это я у подруги взяла телефон, на ее телефон снимаю. Ну, снимает, конечно, намного лучше, да, чем мой Конор. Это iPhone. Вот. Хороший телефон. Вот, а у меня Конор, он у меня все выбеливает, а вот здесь вот прям, а вот здесь он прям вот точь в точь передает цвета. Вот то, что вы видите на видео, то же самое и в реале, так сказать. Прям капец, класс. Все, я тоже такой хочу. Я тоже такой хочу. Ну, классно. И вот эти все огоньки, все вот это передает, весь цвет золотой. Супер. Красиво, да. И не забеливает. Прям, ну, отлично. Класс. Вот, Дед Морозики лезут. А, вот они, Дед Морозики тут лезут. Угу. А, да, смузи мы тут брали, ага. Мы тут в прошлый раз смузи брали. Да, передает, смотри, все вот точь-в-точь, да? Классно. Снимает вообще в Телеграм.
Ты чё? А чё ты? О, вон там яблоко, тоже такая инсталляция, мне очень нравится. Ой, с горочки, да с ветерком. Только люди не дают разогнаться. Солнце. Прогуляемся, посмотрим, что там интересно. Это кафешка, тут сумена, делает цветочек. А, не, на белом. А вот тут этот лист листит. Вот, видишь, здесь как поставить. Тут, значит, всякие булочки. Вот эти, кстати, вкусные вообще. Да. Ну, это типа панини, сэндвич, вот эти роллы вкусные тоже. Ну, это как перекусить, вот, кстати. Ну, вот, кстати, да. Ну, тоже дешево, конечно, вариант. Сыры. Ох ты, какие здесь. Не говори. Да. Пол. Поль. Да, были мы в Поль. Кто смотрел видео, мы были в Поле. Это была, по-моему, весна. Мы на площади. Там кафешка. А, смотрите, вот этот телефон более-менее уже передает. Вот эта вот желтенькая, золотая, вот эта вот красота. Это вот я на телефон подруги снимаю. Но в движении, конечно, он не может просто сфокусироваться, поймать. А так вообще, да. Красиво. Мы сейчас едем уже в другой торговый центр, в АДК, потому что мы хотим еще в кино пойти на фильм «Гонка». А, вот. Здесь, в Меге, мы сейчас находимся, мы уже опоздали. Точнее, ну да, на дневной сеанс опоздали, а вечерний будет только в 9 часов, но это будет поздно. Поэтому мы сейчас едем в другой торговый центр в АДК. Там без 15:07 начнется сеанс. Поэтому поснимаю немножко там тоже вам видео. О! Этот шар. Воздушный шар. Красота. А это у нас лифт. Вот мы сейчас поедем. Mm-hmm.
Та-дам! Такая вот у нас елочка, уже темнеет. Мы сейчас будем вызывать такси, поедем в АДК. Как я давно не была в АДК, это тоже у нас торговый центр. Мы очень часто там раньше гуляли. Вот. Здесь рядом, конечно, понастроили это все. Ну да, мой телефон уже не так снимает. Немножко такие блики, то белые, то желтые. Я имею в виду про огоньки. Они-то золотые, но телефон так передает. Там немножко такая розовая полоса видно, это закат. Ну, закат с другой стороны, это как бы напротив оттеняет. А горы, кстати, горы. Горы, вон, смотрите, какая красота. Здесь у нас колесо обозрения вот такое оно. Оно на самом деле ярко-красным светит, но на камеру не видно. Вот. Маш, подержи пакеты. Вот, я вот так вот. И костыли. Мне просто надо увеличить. Вот. Ну, здесь, да, видно ярко-красное колесо такое. Вот. И вот они наши горы, горы, красота. У меня, кстати, из комнаты тоже, ну, блин, немного видно, но там у меня деревья. Вот. Вот такая вот красота. Ну, тут мальчики все в камеру. Вот здесь красота у жильцов на горы. Вообще просто. Там горы. Так красиво. С пробками не совпадает. Поснимаю, а то я в прошлый раз тоже снимала, но и не до конца. Саша, тебе привет, это твой комплекс, в котором ты жил, Шахристан. Привет из Алматы. Думаю, это... Мы приехали в АДК. Давно я тут не была. Раньше было время, часто здесь гуляли. Это я на свой телефон снимаю. Надо поискать все-таки лифт. Я уже просто не помню. Он где-то сбоку. Он, по-моему, не по центру, а сбоку. И тут сразу супермаркет. Я уже давно не была, я уже сама забыла. Супермаркет, здесь бутики. Ну, как бы и так вот. Да. Я помню, когда-то мы тут, когда гуляли, тут она уже по-другому сейчас наряжена. Каждый год ее, видимо, по-другому наряжают. Я помню, тут были мишки всякие, коробки типа подарочные. Это давно было. Да, такая вот огромная. А вот и лифт, кстати. Да. Сейчас поедем на второй этаж. Я уже не помню. По-моему, где-то здесь же был вот этот, да?
вот эта коричневая стойка, да, вот здесь вот был, кстати, вот этот был здесь ресторанчик. А сейчас уже все перестроили. Bubble tea. Взяли вот так по такому коктейлю. Коктейль это у нас bubble tea, это как он, да, такими жемчугами, так сказать. Вот, это у нас молочный коктейль с орео, типа с печеньем. Мы в кинотеатре, второй, третий, вот там у нас первый. В общем, взяли уже билеты. Взяли билеты мы на Вонка. У нас еще есть сколько? Минут 20-15 у нас есть. Вот мы сейчас уже в отделе кинотеатра сидим. Я всем советую попробовать вот этот вот Тиа молочный коктейль с Орео и жемчужинами. Это Bubble Tea. Да, Bubble Tea. Вот кто не пробовал, то попробуйте. Я первый раз попробовала, взяла этот коктейль. Просто безумно, очень вкусно. И сам продавец тоже посоветовали, говорят, это вот, ну, ходовой коктейль. Просто вообще вот эти жемчужины, они очень вкусные, но я не буду прям раскрывать прям все, потому что если вы хотите попробовать, я оставлю интригу, поэтому пробуйте. Это вот ВДК, но я думаю, в вашем торговом центре, там в вашем городе, думаю, тоже такое есть, поэтому можете тоже брать, пробовать. Мы в кинотеатре. Пришли, сели. Это у нас четвертый ряд. Пятое, шестое место. Пока еще ни рекламы, ничего нет. Но мы успели. Сейчас скоро уже включат. Вот. Ряды широкие, удобные. И сиденья тоже удобные. Качаются немножко так. Проходы. Мы вышли из кинотеатра, фильм посмотрели, прикольно, интересный, веселый. Вот, поэтому, кто не видел, посмотрите. Взяли попкорн, везем обратно. Там, ну что у нас, чипсы, наверное, еще остались. Капец. Я когда-то любила такое, да. Такой стиль готический. Я никогда такой стиль не любила. Мне нравилось, да. Вот это такое, знаешь, в подростковом возрасте. Мне очень нравилось. Лумпа. Все, выехали. Вот АДК. Решили немножко, так сказать, пешочком. Ну, кто-то пешочком, а кто-то на колесах, на коляске. Проехаться.
до дома. Вот. Прогуляться вечером. Немножко поснимаю. Снега вообще нету. Какая была красота на днях. Где-то недели полторы назад. И мороз был, и снег был. Все. А сейчас вот просто холодно и все. Подожди, что-то там колесо так дребезжит. Не, нормально, это просто что-то. Не знаю. Да, что-то дребезжит. Его надо, наверное, не сильно быстро ехать, может давай быть. Помедленно. Вот. А то еще вдруг по дороге развалится. Как мы с Галиной уже ездили, там эти подшипники внутри, они ж, как оказалось, алюминиевые, они все рассыпались. Прям рассыпались? Рассыпались, да. Я ж потом посреди дороги Дениса вызывала, звонила, он приходил. Там на домостроительное, Алтансарина, правда, домостроительная. Вот. Поэтому, да. Но он купил новые уже, как, ну, немецкие купил, а не стальные. Как бы все же хорошо было, еще колеса сейчас сломаются. Да, а вот так вот ехать потихоньку, да, оно нормально, видишь, катится. Если когда оно начинает дребезжать, надо это, ну, остановиться и по новой ехать. Вот, чтоб колесо. Что колесо? Ну, чтоб колесо не дребезжало. Но там такая звезда, не видно. Собачка. Ну хоть кормят. Жалко, конечно, на улице холодно. Даже одеялком никто не прикроет. В общем, едем. Заваливается назад, да нормально. Это мы уже Софья, правда, на правде. Какая правда? Ой, Абая. Как Абая, господи. Это мы на Абая. Повернули Софи, сейчас мы едем в сторону Мотозалки, в общем, домой мы едем. Решили такси не вызывать, потому что тут рядом. Вот, решили прогуляться, воздухом подышать. Подморозило, я так скажу. Вот немного еще снег остался. Сейчас уже стемнело, как бы вечер, сколько у нас, 9 часов, 10 час уже чувствуется морозец. Где-то минус один, наверное, точно есть. Может, даже два. Прям подморозило. Ага. Да, дорога здесь, конечно, капец. Вверх-вниз, вверх-вниз. Да, здесь дорогу не сделали, конечно, да. Совсем. По ямам, по ямам. Неудачно. По той стороне, если ехать, там лучше. Ну, там не там нравится. Да, там дорога мне хорошая, нравится, с той стороны. Но здесь, да, здесь дорога прям просто капец. Мы здесь проедем, сам такой участок, ага. Неровный, а там лучше будет. Сейчас да, вот здесь тут объедем кривой асфальт. Ничего не видно. Сейчас. Так, тут яма справа. Вижу. Видим. Все. Сейчас еще чуть-чуть. Чтобы главное не отвалилось колесо. Нет, оно пока я сижу, не отвалится. То есть оно под весом, ну как бы оно держится. Если оно там открутится и коляску поднять, то оно вывалится. А, да? Ну, да. А так пока я сижу, мы едем, оно не вывалится. Это смешно будет вызывать такси. Хотя мы же с тобой из Москвы ездили. Ну да. Ну, встану, пройду. Да. А где лестница? Видишь? А можем, может, вдоль дороги поехать? Или нет?
Ну, мы всегда ездили раньше вдоль дороги. Я же боюсь, но тем более выходить. Как-то... Мы по вот этой автобусной линии всегда ездили. А если там будет ехать автобус, что делать будет? А время уже куда? Они уже не ездят. Уже все. Ну, я не знаю, ну, сколько уже? 10-й час? Да нет. Где ступеньки? А вон они. А вы сможете? Или так-то я могу встать, пройти? Галя, он не подвинет. Давай, может, ты встанешь? Или я давай туда поеду? Да мы это тут поедем. Спасибо. Да, мы там поедем. Наверное. Ладно, мы поедем. Особенно на обед. Там колесо, колесо, колесо. Я знаю, знаю я. Тут неадекватно все понимаете. А ты все снимала. Да, ну это же весело. Да, тебе это весело, конечно. А мне это не очень. Нормально. Вон автобус, пожалуйста. Картина масса. Ну, не заметите. Он даже еще не увидит. Да не, увидят, но фонари-то есть. Это... Да, а что, кстати, здесь фонари-то мало, да, когда эти вообще не работают. Что-то здесь так темно прям. Как-то стрёмно, да. Фонари не работают. Уже не имею права здесь ехать. Ну так-то да. Ну так-то да. Но все-таки надо было, он бы помог, или я бы там встала. Да, уже идем, уже вышли, куда теперь? Дребезжит, дребезжит сильно. А? Дребезжит колесо. Ну, Галя, мне надо быстрее проехать. Дребезжит, что делать? Ну оно так вывалится вдруг. Ну, вырвется, встанешь и подойдем. А, дойдем. Ну смотри, троллейбус едет, заметит он, надеюсь, нас. Конечно, заметит. Я очень надеюсь, что он нас заметит. Ну, мы вот тут остановимся сейчас, он проедет. Хорошо. Да. Вот и прекрасно, потихоньку, не спеша. Ну, с дороги уже все съехали, немного проехали там нормально. Сейчас уже едем по дороге, здесь уже асфальт хороший, освещение, все. Вот тут уже вот мотозалка рядышком, там мы едем по Абая. Обаем эту залку, подъезжаем. Одну дорогу будем переходить, не две, а одну. Ну да. Так, мы уже обаем мотозалка. Вот она, мотозалка. Упирается в Абая. Едем по Абая до пешеходки. Ух, прям морозец. Нет, нормально, мне не холодно, нормально. Просто чувствуется морозец такой. Проехать, а вот сейчас до пешеходки. Да. Что тут у нас тут за инсталляция такая? Что-то запахи непонятные. Как пец воняет. Капец. Что-то где-то горит, что ли. Не знаю. Да вон там шашлычка какая-то. Вот это так воняет, это точно не шашлычка. Господи, у меня руки спокойно, если вылетит из рук. Кресло. Мамочки, это страшно, блин. Я сейчас обязательно его буквально поехала. Видишь, бук колесо не сыграло. Ну, да. Кресло такое, то есть, что едешь и боишься, что колесо слетит. Ну вот не знаю. Да. Все. Слава богу, все.
дороги закончились. Да, на стороне уже дома, все, переходить ничего не надо, нам только доехать до дома осталось. Впереди у нас метро, станция Москва. А там это ферма. А, ферма у дома, да, у вас называется? Да, уже нет ее. Как нет? Я ее видела недавно. Ну, не знаю, может, она называется так же, но... Не знаю. Мы ее называем корова. Да. Потому что там корова рядом стоит. Да. И это, так сказать, уже народная корова. Это овощной магазин. Да, овощной, а там... Нет, тут корпоратив. Понимаю. Блин, у меня пальцы отмерзли. А там... А, это курилка? Ну, сейчас зимой, видимо, это все превратилось в курилку. А, да. Кстати, мы тут... Мы были тоже в этом... Слушай, когда пользуешься под ногами, кафешки. Не замечаешь, где тут съесть, где что. Да, не обращаешь все. Внимания. Теперь я знаю все. Надо вот вдоль стены ехать, там дорожка. Там наклон, да, да. Ямка, ямка, ямка. Я вижу, я. Теперь мы поедем как? Правильно, поедем до метро и там прямо. Так метро мы уже проехали? Нет, еще же один пункт есть дальше. А, ну да, точно. Там прямо. Да, там прямо. Здесь потому что будем ехать высокий подъем. Да и тут во дворах темно. Да, во дворах нормально, там фонари светят. А, ну да. И просто там подъем у высокий. Нас тоже. Это капец вот эти вот. Да, для слепых, ну. Ой, а что у них там? А где звездочки? Вон они, ну у них свет горит, так интересно. Я вчера шла. Что-то там... у меня и камень, а батарея уже. В общем, мы уже. Ну, да, ну тихо. Ну вот видишь, что мы с этими звездочками. На дорогу не смотрели. Вот этим... На звездочки. Да я уже поняла. Здесь Вовка жил раньше. Он мне снился недавно. Как, кстати, этот Руся-то все. А, Руся нормально, все хорошо, слава богу, да. Он номер просто поменял. Да. А я ему на тот старый написала. Вот, а там он как бы, ну, 2 недели, по-моему, не был в сети. Я думаю, да что ж такое, где он? Мам... Это он в Корее? Да, в Корее. Вот, а потом он туда, ну, редко на тот номер заходит. И увидел то, что я писала, мне с нового номера уже потом написал. Позвонил, он звонил, мы немножко пообщались. Вот. Он, говорит, уже почти во всех городах там побывал. Молодец, сколько красавчик. Да. Сейчас тоже на заводе там где-то работает, новая работа, ну там вместе все с другом. Нравится? Да, нормально все. Не, ничего не говорил, не знаю. Ну он говорит, там русскоязычные есть, как бы много тоже встречаются такие. Вот, и потом что он там. Там фонари сзади? Да, все. Я тоже удивилась, сзади дома да, фонари. Раньше темень такая, такая была. Да. В общем, все хорошо. Да? Там даже и снежок в этом городе, в котором он находится, снежок есть. Ой, неужели здесь бордюр убрали? Да нет. Ну мы как с тобой сюда заезжали, когда снегопад был? Из бордюра? Нет, просто когда я ездила с Денисом, тут всегда был бордюр. Мы зимой с тобой заезжали, не было бордюра. Как бы я тебя еще из бордюра сюда? Нет, я там поднималась. Нет? Да. Поэтому, видимо, мы его недавно, нет. Наверное, сделали. Все, мы во дворе, да. Да, сейчас осталось доехать только до подъезда. Там этот в Корее, что такое, что-то. Ну, а, в Корее, Руся говорит, Новый год в феврале. Там у них вообще не отмечают Новый год. То есть, он говорит, календарю, да,
Он говорит, мы сами, говорит, с пацанами соберемся, говорит, 31-го. С пацанами? Ну да, там как бы вместе там по работе, наверное. Ну, его друг и еще там кто-то. Вот. В общем. Интересно, сколько мы ехали? Смотрю по времени. Сколько? Было без 15:45 минут. Все, батарея. Привет.